Сегодня прям зима вернулась. Какое сегодня число? 24 февраля. Вчера было 23 февраля. Ну, в общем, солнце вон там. Это я тут жду автобус, вон елочка. В общем, снег везде. Прям вообще снегопад, снегопад. Все замело. Солнышко где-то есть. Оно где-то есть. Вроде как. Оно выходило. Я его в окно видела. Так что я спокойно одела валенки. Хорошо, что тут трактором чистят. Прям, слава богу, за дорожную технику. Даже с собаками никто не гуляет. А мы на работу едем. А, нет, вот гуляют. Гуляют все-таки. Красота, вообще снег любит. Марина сказала, терпеть не могу снег. А я люблю. Симпатично. Голова только болит от снега. Вон там народ ждет. От моря погода. Все ждем автобуса. Вот солнце там что-то там просвечивает откуда-то. В общем, все, замело опять. 25-й он где-то идет, кстати, красавчик. Я посмотрела по программе. Где-то он движется в нашу сторону. Надо на остановку уже подстегнуть. Вот в ту сторону, вот 27-й. Старые карусы вызывают ностальгию. Так они должны быть с гармошкой посередине. Тогда еще больше ностальгии вызывает. Солнышко так чисто. В общем. Зима-зима. Кругом снега. Дяденька дворник работает. Все замерзает. Так что хорошо, что он не работает. Елочку так и уберу. Чего ее убирать-то? Она тут растет. Это они тут хорошо посадили. Стратегически. Он, Серега, хотел дворником работать. И так вот снежок убирать надо будет. С утреца. Побольше. Да. Ягодки. Кстати, ягоды все объели. Снегу называется с Новым годом.